всему виной пятница 13-я, поэтому мы сегодня такие странные. Это странный вечер на телерадиоканале. Зачем? Страна FM. Зачем я сижу здесь шарами? Да потому что каждую пятницу 13-я я провожу именно так. И это праздник, скажи, Мир, для тебя это праздник. У меня отросли, праздничные усы надежды наконец-то голубого цвета. У тебя розового, и у нас с тобой есть розовые и синие, голубые, точнее, шары. Но, ребят, на самом деле у нас трио, и здесь за кулисами уже ждет гость своего появления. И, как всегда, каждый будний день к нам приходят в гости люди, которые связаны так или иначе с юмором. Итак, сегодня прошу любить и жаловать в этот мистический, страшный, пятничный 13-го день. Стендап-комик и радиоведущий Тимур Ромашко! Ура, встречаю, когда ты говоришь, что у тебя усы шевелятся, я заметил. Вот Тимур, так, ребята, здравствуйте. А во-первых, это нечестно. Вы не сказали, что вы меня пригласили в рамках пятницы 13-го. Здравствуйте. Тимур, привет. Если вы отказываетесь, еще не поздно. Нет, я бы подготовился. Тимур, у меня есть шары, не знаю, пусть они будут ваши. Будет странный вечер. Усы и шары. А почему ты на «вы» к Тимуру? Мы же со всеми гостями на «ты». Вот, а смотри, потому что воспитанный Маша, он я человек. Я уже начну раздеваться потихонечку, ладно? Все, чокер с меня уже слетел. А я должен сидеть вот так вот с шариками? Можно отпустить. Тимур, отпустить. Давайте выпустим шары в небо. Все, ну хорошо, чтобы они не лопнули. Ну, Тимур, реально, у нас сегодня пятница 13-я. Ты веришь вот во все эти суеверия и так далее? Нет, я даже только что узнал, что сегодня пятница 13-я. А ты не будешь на Луну по вечерам? Бывает, но это будет чуть позже. Хорошо, это будет в конце нашей программы. Финалочка нашей сегодняшней телерадиопередачи. А у меня сразу вопрос. Давай. Ромашко. Да. Не Ромашка. Ромашко. Это твоя реальная фамилия или это псевдоним? Да, папина. Папина фамилия. То есть тебе даже ничего не надо было придумывать, изобретать? У меня нет никакой интересной истории на эту тему. Да, у меня просто папина фамилия. Не, мог бы придумать, что... Нет, не мог я бы. Я мог бы быть Лютиком, мог бы быть Подсолнухом, но выбрала Ромашка. Ромашка же тоже не совсем мужская, да, фамилия такая? Ну да. Ну да. Ты бы хотела Ромашка фамилию? Я бы хотела, если честно. А Маша вот Ромашка, мне кажется, кстати, у меня тоже на «ко», поэтому... Но прости, у меня есть половину уже есть. Он Майс. Майс, пожалуйста. Ко. Ко? Твоя фамилия просто Ко. Николенко. Николенко. Ромашко, Николенко. Так мы с тобой земляки. Да. А ты? Может, вы еще и братья? Маш, Нова, я. Все. А какая моя настоящая фамилия? Никто никогда в жизни не узнает. Знает про Машу Новикову. Спасибо. Я никому не скажу. Хорошо. Да, Тимур, я хочу сразу тебя погрузить немножечко в тему нашего эфира. Мы всегда по вечерам говорим о юморе. Вот, может быть, у тебя есть какой-нибудь секрет или лайфхак? Как научиться в нашей вот этой сложной, непростой жизни научиться относиться к жизни с юмором? Так, как относиться к жизни с юмором? Да. Ну, мне кажется, чем хуже жизнь, тем легче к жизни относиться с юмором. Потому что вот у людей, у которых все хорошо, вот, например, вот... У него, у него видно же, что все хорошо. Чистая кожа, написано, да? Прекрасная прическа. Так, подожди, ты сейчас на что намекаешь? Я приближаюсь. У меня не все хорошо в жизни. И ты со своей засальной кожей. То ли дело ты, Маша. Своими волосами три пера. Нет, ну если серьезно, то действительно, наверное, людям, у которых все слишком хорошо, которые все такие позитивные, вау, класс, жизнь, у меня все получается. Я все попросил у вселенной, она мне все дала, вот это. Им, наверное, тяжелее быть смешными и веселыми, чем вот людям со сломанной жизнью. Тогда у меня другой вопрос. Судьбой. Подожди, а самоирония? Да. Вот это как раз таки. Ну вот. С этим люди рождаются или они ее приобретают умирают в процессе? Или они приобретают? В лучшем случае. Нет, не знаю. Но мне кажется, это какое-то воспитание, наверное, дома. Если дома все было очень серьезно, то наверное, потом и типа у тебя все плохо, но ты как бы переворачиваешь это все в шутку, в юмор. Да, если посмотреть биографии всяких интересных смешных писателей и там исполнителей, то у всех обычно было что-то в детстве, не знаю, либо его резали, либо били, но... Пароли. Мамочки. Да, либо пароли, но что-то было такое, с помощью чего человек преодолел свою вот эту... Перед тем, как мы уже до конца окунемся в детство, давайте послушаем музыку и приготовимся к этой серьезной теме. И посмотрим заодно. Оставайтесь. А что ты молчишь? У нас сегодня гость какого пола? Мужского. Вот его и представляю. Спасибо. Я своих гостей еще дождусь. Я всегда с огромной радостью представляю наших гостей. Сегодня у нас в гостях Тимур Ромашко. Вот с такой классной фамилией. Здравствуйте, здравствуйте. Куда? Тимур. На нас, мы здесь. Мы здесь, Ты можешь, да, с нами голос?
Тимур, я, честно говоря, умиляюсь такой фамилией. Скажи, а в детстве тебя ребята не дразнили? Ромашка. Продолжает давить. Но мы сегодня говорим, она пытается выяснить. То есть, Тимур, если ты говоришь, что чувство юмора — это где-то в детстве травма какая-то, давай покопай в своем детстве. Будь аккуратен, потому что если она решит твою проблему, в конце она берет деньги. Приставал ли к тебе дядя? Я прочитал правила твоей жизни, видел ли отца голым в детстве. Я все подготовлены здесь, все взрослые люди. Это здорово. Нет, ну, слушай, дразнили, но это не могу сказать. Как можно дразнить человека его же фамилией? Ну если тебе будут говорить новое, это же не дразнить. Нет, слушай, ну они обычно, знаешь, еще какую-то приписку придумывают, какую-нибудь дурацкую. Ромашка пип. Ну, что-нибудь Ромашка... такое, да. Ромашка? Ромашка? Нет, такого не было. Ромашка Наташка. Спасибо тебе большое. Ромашка Наташка. Это имели в виду, да? Ну, Ромашка Наташка еще. Это, кстати, может быть даже более обидно, чем какашка. А, все, так, друзья, закрыли эту тему. Ты сама начала. Подожди, я просто пытаюсь нащупать вот тот самый момент, когда все-таки ты стал на вот этот путь юмора. Нет, у меня была дурацкая история, на самом деле, когда я учился в школе. Мне нравились шутки, и я себе завел блокнот. Так. Тогда была такая сеть Fidonet. Вы, не знаю, помните, не помните? Какого вы года рождения? 88 я. Ну, ты должен, наверное, знать, да. Fidonet — это то, что было до интернета еще. И там были всякие шутки там, и так, так далее. Так, это так, такой очень примитивный интернет был. И там были разные шутки, и я их записывал себе в блокнот, такие смешные. Там типа там были такие идиотские шутки, как, например, «Надоели критические дни? Смени пол». Такие. Да, это было смешно, это были 90-е. Минутка шуток из 90-х. Из Fidonet, дорогие друзья, на стороне FM. Сейчас кто-то ехал и сплакнул просто, потому что вспомнил эту шутку. Я записывал в блокнот эти шутки, а потом кто-то из моих одноклассников или кто-то увидел, что я записываю шутки, но мы смеялись долго. И этот блокнот прятал. А теперь... Но у меня он с собой! Я вот только хотел сказать, тебе когда-нибудь еще в жизни, кроме сегодняшнего дня, пригодились эти шутки, которые ты запомнил в 90-е? Не, ну просто все равно, чем больше шуток ты знаешь, тем потом как бы тебе может быть и лучше. Ну понятно. Ну смотри, ты же сейчас, кстати, и стендап-комик, в том числе, достаточно успешный, постоянно выступаешь. На какие темы ты шутишь? А какие темы для тебя вообще вот под полным таким запретом? Да нет, под запретом каких-то тем нет, но я много про жену, про дочь. И... Про своих это самое главное? Ну да, могу про твоих, если хочешь. Ой, кстати. Принимаю заказы. У него очень смешная жизненная ситуация, я тебе потом расскажу на ушко. Смешная для кого? Для него или нет? Нет, для вас. Почему он побледнел? Для нас, да, это сегодня побледнел и полысел человек. У которого все хорошо. Из-за ситуации, да. Так, ну ты про жену, про детей шутишь. Про жену, про детей. Они не против, про кстати, себя. Этого? Да нет, у меня они как бы... Ну, дочь ничего мне сделать не может, поэтому... А сколько ей лет? Ей сейчас 9. А, ну пока да, пока другая рисовать. Ну, я ее воспитываю слабой, чтобы она как можно дольше не могла мне ничего. Ну да, поменьше кормления, поменьше солнечного света. Ну правильно, конечно. Ну да, это главные постулаты воспитания. Слушай, а на жене ты оттачиваешь свой юмор? Ну типа ты придумал там стендап про жену, про ту же самую, и зачитал ей так вечером в постели перед сном. Ну бывает, но в последнее время я так не делаю. Но это, я лучше приглашу ее потом на выступление. Ну я ей какие-то шутки иногда даю посмотреть, она скажет, ха-ха, смешно. Но иногда она, наоборот, как бы... Тут очень тяжело иногда бывает, но у меня у жены все в порядке с чувством юмора, она самоироничная, все хорошо, но все равно иногда человеку тяжелее воспринимать шутку о нем, если... Хотя... Ну что ж, после вот этих запланированных реверансов в сторону жены, которых мне сказал за кадром, нужно обязательно упомянуть Тимур, мы удаляемся на прослушание музыки, скоро вернемся. Да, не за что абсолютно. В гостях человек с самой яркой харизмой, которая так выпирает за рамки нашего эфира. Щеки ты имеешь в виду? Нет, харизма. Где у тебя харизма находится? Покажи. Ой, я не знаю, я надеюсь, где-то находится. Я столько увидел сейчас благодаря вашему эфиру исполнителей, которых давно не видел. Вот, например, вот Серега, да, раньше был. Серега, да, все правильно. Потом Анна. Анна Семенович. Так. Я даже не знаю, кто там дальше будет. Они извинились, скажи, я просто не знаю, когда в последний раз ты их видел. Они как-то извинились с того последнего раза, нет? Не будем говорить это. Мы за эфиром уже все сказали. Да, как они выросли. Профессионально, естественно. Да, я не про Анну Семенович, не про ее харизму. Мы сегодня позвали тебя на некий на некую встречу выпускников. Понимаешь? Да, там камера стоит. Почему ты говоришь мне, смотришь туда? Я тоже все время удивляюсь. А ты потом увидишь мой взгляд у себя дома, когда будешь пересматривать это видео. Друзья, я еще не сказала, кто у нас сегодня в гостях. Сегодня у нас Тимур Ромашка.
Да, ну это и так понятно сразу же, потому что ты обладаешь бархатным голосом. Кстати, тебе нравится, как звучит твой голос? Ну, не всегда, не всегда. Но для радиоведущего это очень важно. Слушайте, вот есть разница, всех перебиваю сразу, есть разница, подготовленный интервьюер и неподготовленный. Был вопрос, нравится ли тебе твой голос, был ответ, ну так, не всегда. Открываем, смотрим. Правила жизни Тимура Ромашко. А подождите, подождите. В своей работе я люблю свой голос. Такой нежный, бархатный. Жаль, что вы сейчас его не слышите, а читаете. А вот мы и слышим, наконец-то. Это же шутка, потому что... Мишка, это юмор. Жаль, что вы его сейчас не слышите, потому что читаете. Это вот об этом. Я думал, как мне повезло. Он просто с юмором, понимаешь, на длинной, вот на такой длинной ноге. Не как у Маши, а на настоящей длинной ноге. На не деревянной длинной ноге. Нет, я на самом деле... Не это, не сильно так, что там, как некоторые бывают, кайфуя свой голос, когда некоторые... Я просто слушаю иногда какие-то радиостанции, которые... Я знаю даже какую. Там всякие, да. Там человек на меня похож. Музыкальные, да. И они, когда они говорят, а сейчас следующая композиция специально для вас, прямо сейчас. Вот, ты вот так такие. Не делаешь, нет? Не, ну нет, мне так иногда получается, но я стараюсь так не делать. Да. Друзья, для тех, кто, может быть, еще не знает, Тимур Ромашко наш коллега. Да? Тоже работает радиоведущим. Да. Но да. На юмористической радиостанции, назовем так. Давай так, на комедийной. На комедийной, да. Сразу, дорогие друзья, еще раз я хотел бы уточнить для всех вас, пока люди обмениваются взаимными реверансами, никакой... другой радиостанции, кроме страны FM, мы все знаете, естественно, нет. 89,9 FM закрыли, в Москве. Как я только зашел сюда. Поэтому, собственно, Тимур сегодня с нами. Да. Вот по поводу комедийной, я хотела спросить, вот эти шутки, они же должны постоянно как-то рождаться. Ты как-то упражняешься, тренируешься в юморе? Ну, конечно, или каждое это утро я. Не, ну серьезно. Нет. Расскажи, а ну подожди, поделись тогда, как ты тренируешься? Я не знаю, это... Я не знаю, как может быть такая тренировка, но когда ты пишешь... Обычно самые лучшие шутки, они рождаются не когда ты там сидишь и вымучиваешь, там, вот это. Ну, ты можешь какую-то идею придумать, но обычно самые классные идеи, которые потом работают, они приходят случайно. Во время, там, ты ехал, не знаю, в трамвае, да, и вот плакал из-за того, что ты едешь в трамвае, а не на машине, да, и у тебя раз, и что-то... Что-то родилось, да? Что-то родилось, да. А так, чтобы тренироваться, ну, читать можно книжки. А у меня другой вопрос, кстати. Ну-ка. Вот ты спрашиваешь насчет тренировок, а вот меня другое интересует. Вот когда в таком темпе приходится работать с юмором, шутить, то есть не всегда получается. Да. Вот как держать ритм. То есть одно дело тебе бы сказали, Тимур, надо в воскресенье прийти и отбомбить. Ты пришел в воскресенье после недельки и отбомбил. Да. А когда вот ты в воскресенье отбомбил, а потом говорят, ты еще и завтра приходи. Да. А потом и после, а потом каждый день. А потом говорят, не приходи, пожалуйста, больше никогда. Слишком не приходи. Нет, но в этом, наверное, и штука, что если ты работаешь 5 дней в неделю, то тебе тяжелее, наверное, каждый день какой-то... Ты держишь какой-то средний уровень, но иногда же все равно появляются люди, которые пишут, это было не смешно, вот эти. Но просто надо понимать, что есть прямой эфир, импровизация, а есть заготовленные там программы, которые вы смотрите, которые люди готовили там по году. Ну, не по году, условно. Но по месяцу там и так далее. Но это стендап называется, правильно? Мы не говорим сейчас Ну про... и стендап в том числе. Про радио. Да, я говорю про радио все-таки, и всегда к импровизации меньше запросы, чем к чему-то подготовленному. Ну, то есть, когда... Вот в эти-то минуты Тимуру и помогает его чудо-блокнот из 96-го года. Кстати, еще пока одна мы шутка. Будем его перелистывать, подождите, давайте сейчас послушаем я музыку. Дождитесь. У меня есть. Давай, в перерыве, показывай. Да, открывай. Мы-то продолжаем, мы никуда не делись. Вы думали, что вы послушаете музыку, и кто-то отсюда исчезнет? Нет, все трое здесь. Майк Войс, Маш Новая. И Тимур Ромашко, стендап-комик. Обожаю, когда ты делаешь. И радиоведущий. Кстати, наш коллега. Мы говорили о юморе. О Юре. Так вот, Юра. Сдоб-шиздуб увидел клип. Спасибо вам большое. Мне нравится, что Тимур удивляется на каждую композицию. У нас клипы не показывают. Тимур, все, о чем мы сегодня договаривались с тобой лично, ты видел? И жена раз, и сдоб-шиздоб два, то ли еще будет. Хорошо. А где все остальное? А все остальное... Еще где танцовщицы? Подожди, все остальное прямо сейчас, правильно? Да. А мне вот было интересно, кстати, вот в прошлом выходе ты сказал, что есть импровизация, а есть то, что ты готовишь, например, полгода, и потом выдаешь это на сцене. Это я имею в виду стендап. Это ты имеешь в виду стендап. Да. А была у тебя такая практика, когда ты, например, какие-то шуточки из стендапа можешь ими пользоваться на радио? Да, конечно. То есть ты часто такое делаешь? Ну, мне кажется, это очень удобно. Периодически, да. Ну, просто...
стендап такая штука, которую нужно проверять постоянно, выступая. Да. А на радио ты не можешь проверить. Ну, ты же не слышишь, люди смеются или нет. Ну, так это же круто. Ты проверил на сцене. Это работает. Ты потом можешь вот этот проверенный кусочек взять? Да. А ребята, коллеги твои, ну, например, ну, они, конечно, обижаются. Какой-то, ну, например, нет, не обижаются. Я говорю, ну, зачем ты вот это? Мы же тут все неподготовленные должны быть. Да, и ты убираешь листок. Лупишь подготовленное. Я не к этому. Ну, смотри, у тебя с тобой работают коллеги, которые также, например, на одном уровне вы все в юморе и так далее. Правильно? Ой, полетели оскорбления. Зачем ты оскорбляешь моих коллег? Да, да, извините. Ну, мне интересно, ты им рассказываешь свой материал, стендап, они имеют право какого-то голоса, типа, сказать тебе, Тимур, это не очень. Ты слушаешь их? Мы обычно, да, мы что-то друг другу рассказываем, но так, ну да, рассказываем. Корректно, да? То есть ну, они это не говорят, это фигня. Не всегда хочется слушать это. Просто когда, ну, бывает, а я вот что придумал, Ну. То есть, и это, ну да, смешно, да, не смешно. А, вот понятно. Вот. А ты вообще как к критике относишься, вот сам? Ну, я нормально. Болезненно или ты такой за здравую критику? А вот стендап как раз учит очень правильно относиться к критике. То есть ты можешь написать шутку, выйти на сцену, быть в ней уверенным, а люди вообще не смеются. И тут как бы ты не относился к критике, это объективное мнение, что это не смешно. Ну, и просто не та аудитория. Ну, так можно себя успокаивать. Кстати, это тоже один из вариантов. Нет, абсолютно нормальный. Так говорил, по-моему, Джордж Карлин, что типа не переживайте, приходите домой и думайте, что когда это когда называются это такие фамилии, я встаю это просто, и отбиваю. Просто. Это просто, да, что это просто не те люди были. Но на самом деле это очень приучает тебя как бы, это, относиться к этому, к неудачам легче. Окей, какие еще фамилии сегодня у нас прозвучат? Ну, может быть, есть какие-то комики, на которых ты ориентируешься, мне очень интересно. Можешь помочь, пожалуйста. Это личная просьба, Светлана. Ну, скажи уж, я всех прошу, кто упоминает Джорджа Карлина, Маше скажи, что она посмотрела. Маша, посмотри, пожалуйста. Да не надо, зачем мне это? Мне тоже кажется, не нужно. Зачем вам конкуренты в стендапе? Ребята, я просто не понимаю. Маша, не надо тебе Карлина. Я, кстати, уже видела все. Все видели уже. Да, все видели. Не, ну а может быть еще поделишься какими-нибудь фамилиями? Ну, они все известны. Это Луи Си Кей, это, я не знаю, Джим Джефферсон. Подожди, я сейчас неправильно назову фамилию. Джефферсон Airplane. Джефферсон, да. А потом кто? Ну, из крутых ведущих именно комедийных, это Дэвид Леттерман, это Джимми Фэллон. Вот они, ну, в моем рейтинге самые классные. Фильмы? Давай вот прям вот пятерка, дайджест, или тройка. Давай тройка. Вот фильмы именно смешные? Смешные, ну, которые тебе вот прям безумно нравятся, и, может быть, они мотивационные. Может, они тебя вдохновили на что-то, на занятия профессией. Слушай, я так не могу сказать. Я могу сказать только те фильмы, которые мне просто понравились. Не обязательно комедии, но они известные. А хочешь «Судим»? «Судьяй». Что? Сузьяй. Сузьяй. Хочешь сузим? Пожалуйста. Сузьи. Я недавно Маше подсказывал, ну как, так. Она просила, я не мог отказать, фильмы про радио, вот которые прямо есть про один нас. Хороший, да, как раз. Какой, я вот... например? Давай, вот скажи. Ну... Французский фильм один, а я не помню, как он называется просто. Где они все ездят по стране. Да, где и они как-то провинились, им дают задание, они едут с туром по Франции и в каждом городе вещают. Это что за фильм, ты помнишь? Я знаю этот фильм. Но он классный. Но он не так мне нравится, как фильм «Talk to Me» про Питти Грина. Про чернокожего ведущего в Вашингтоне. И как «Части тела» про нашего... «Части тела», да. Ну, «Части тела» тоже? Да. Ну, скажи, пожалуйста, ты смотрел «Волк с Уолл-стрит»? Да, смотрел. Нравится тебе этот фильм? Да. Друзья, я сегодня предлагаю... А ты, видимо, читала. Каждому свое. Я люблю толстые книги, да, мне нравится... Это какая-то ночная программа уже началась. Я люблю толстые книги. Нет, друзья, просто сегодня, вот пользуясь случаем, и пятница 13-я, и Тимур Ромашка, мы должны сегодня погадать на Ромашке. Я просто на цыгана похож, вы имеете в виду? Гадать на тебе. Я все оставил ценное там. Да, у меня тоже ничего. Я не знала, какая книга у тебя любимая. А кому я буду извини. Гадать? Тебе? Ну, давай мы будем все по очереди давай. Задавать какие-то вопросы. А и ты в том числе. А слушатели не будут, задавать вопросы. Потому что нам не интересны ваши вопросы. Нам интересно. Они мне уже, кстати, вот нашептали. Что есть, то есть. Смотри, давай тогда с первого начнем. Кто выиграет чемпионат мира по футболу? Это, кстати, интрига сейчас. По-моему, в книге про Хорватию ничего не было. Ну ладно, я просто, да, я открываю случайно, да? Оп. Давай случайно. Да. Или, отлично, вот так вот, или пальцем. Ты должна сказать строчку? Нет, давай прям это будет пальцем, дольше, это прям пальцем. Вот. Если я попытаюсь получить эти деньги путем превращения компании, давайте другую страницу. Это не смешно. Это купленный матч. Она сказала, что я очень милый, и что пусть она и шлет. Так, другое тоже. Удачная книга. Подожди, а первый, кстати, вот ты зря первый. Ладно, все куплено, то есть, да? Все куплено, реально. Мне кажется, это давай что-нибудь личное лучше. Зачем вы там все про Хорватию, про Францию? Вот давай, Мишка, лично, когда ты уже наконец-то женишься? Когда он женится? Женюсь. Когда ты наконец женишься, хорошо.
Ну, про помоешься тоже смешно было. Да, хорошо. Про помоешься. Про помоешься. А это одно из другого. Очнувшись от забытья, я обычно смотрел несколько серий. Острова Галлигана, и мне снится Джинни, а потом час-другой играл с Чендлер. В общем, понимаешь, да? В полдень я обедал с Дэнни. Так. Никогда не женится он. Я боюсь в ресторане, где нас видели... Дженни, все стреттонцы. Дэнни. Ты, в общем, с Дэнни будешь в ресторане. И Дэнни, надеюсь, это. Дэнни, может быть, да. Не Дэвита. Так, а что? Мне нравится, что начнется после встречи с Дэнни от забытья. Маша, давай свой вопрос. Нет, подожди, теперь вопрос. А я вопрос, да? Хорошо. Когда я поеду отдыхать? Мне просто сегодня это вопрос от моей жены, на самом деле, когда мы поедем отдыхать. Ой, я сегодня своему мужу такой же вопрос задала. Да, вообще, мне кажется, это вот ужас наступает просто. Такой я день, я тоже твоему мужу такой вопрос задал. Когда все девчонки задают этот вопрос. Итак, когда же вы поедете отдыхать? Этот вариант мне показался совсем каким-то плохим. Так, не придумывай, дай-ка я проверю. Ну, на, посмотри. Ну, посмотри, что ты. Хреновым. Ну, да. Реально. Ну, а что думаешь, это Волк с Уолл-стрит. В общем, этот вариант, ну, не подходит. Второй совет был не менее несуразным. Использовать собственный дом в Штатах. О, может, Штаты? Были, кстати, когда-нибудь в Штатах? Я был в Штатах. И как Но тебе? Тут нет ответа, когда я буду. А я вам могу сказать. Вы знаете, что сейчас визовые центры работают примерно с задержкой в год. Да-да-да-да-да. Мы пытались поехать, не успели сделать визу. Вот, так что, если нас слушает посольство. Пожалуйста. Пожалуйста. Что, продолжим, друзья мои, гадать по книге? Конечно. Давай. Кто будет следующим президентом России? Нет, а мы такие, нет, не можем. Нет, подожди, ты же сказал личное. А тут прям записка лежит, тут прям написано. Рядом заначка в книжке. Тут есть ответы в конце, правильные. Так, так. Давайте, какой вопрос? Когда Мария покрестит моих детей? Когда Мария покрестит твоих детей? Именно это я хотел. О, да, простите, я, кажется, это упустил. Еще один повод, чтобы побыстрее свалить отсюда. Тощий опять неприличное слово. Видимо, никогда не покрестит. Миш, что за книгу ты выбрал? Там одно неприличное слово, на другом просто. Можете не беспокоиться, решительно объявила герцогиня. С этой минуты за ним будут приглядывать как минимум трое. Одна из них дипломированная медсестра. Все, Мишка, у тебя будет тройня, поэтому давай. У тебя будет тройня. Давай. Причем без брака, я понял. А зачем тебе это? У тебя же есть уже этот, кто там, Дэнни, да? От трех Дэвита, да. Я тебе говорю, не надо тебе это. Это не твое, брось. Мы сейчас в эфире, чтоб ты понимал. Тебе это не нужно. Давай, от тебя вопрос. От меня вопрос. Когда мы уже все соберемся и встретимся с тем самым Дэнни Дэвитом? Да все втроем. А мы должны, да, с ним, да, встретиться? Сколько бы дуболом, стоя передо мной, не бормотал о преданности китайца, я знал, что все на самом деле не так. Просто люди, которые только что включились, не понимают, что вообще происходит. Один человек, друзья, задает странные вопросы, друзья, другой читает странные ответы. На книге. Сегодня у нас пятница 13-я, да. И, собственно, мы решили погадать на ромашке. Ну что, Тимур, у тебя есть какой-нибудь финальный, завершающий вопрос? Самый-самый главный, самый сокровенный, который тебя волнует? Да. Ладно, я готов рискнуть. Кем ты станешь? Вы знаете, когда вот кем я стану, когда вырасту? Когда вырастешь. Нет, кем я стану, если вырасту. Давайте если так. Вырастешь, давайте. Неудивительно, что сапожник сидит за столом и пыжится, словно человек, которому весь мир лежит я. Все, опять, давайте это... Я очень удачно... Это хорошая, да. Дайте мне книгу, дайте мне книгу. Михаил, я бы хотела уже перейти от книги к делу. Знаете, должно быть актуально. Мы должны закончить на ноте понимания, что происходит вокруг. Ну что мы боимся произнести слово «Путин»? Завтра, кстати, они не завтра, еще в понедельник встречаются с Трампом, и мы должны понять, что же принесут их переговоры. Готовы? А ну-ка. Давай. И на серьезной точке. У него какая-то заготовленная просто страница. Да. Ничего. 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 Почему тебе так не терпится избавиться от меня? Больше ничего не несет эта книга. От кого-то, кажется, скоро избавятся на нашем канале. Дорогие друзья, надеюсь, что я выйду после нашей музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Все, дай мне его контакт. Спасибо. Увидимся. Обязательно. Поля, сегодня за жизнь, за юмор вместе с Тимуром Ромашкой. И это по сценарию Маша работает, между прочим. Да, он мне прописал сейчас за кадром. Да, давай. Так, Маша, ты должна ты начать вот там именно с этой. Да? Ля-ля-ля. У меня вообще, мне медведь там куда-то что-то наступило. Ребят, хорош. Давайте заново, мы же не в прямом эфире. Давайте режем. Нет, подожди, Тимур, а ты можешь спеть красиво, ровно вот это ля-ля? Нет. Сейчас кровь просто я у наших слушателей. Я должен подготовиться. Подожди, ну ты классно поешь. Что ты сейчас вот мне не рассказываешь? Где ты слышала, как я классно пою? Я слышала, как ты в эфире спел песню группы «Ленинград», «Только ты» из группы «Танцпол», да, «Рыба, ну, слушай, моя, ну, мечты». Но, Сергей Шнуров же, он прекрасный поэт, музыкант, но он же не супер вокалист.
Но это ты же... там четенько прям все сделал, прям ты нашел себе сейчас врагов. Не, ну это же все понимают, что в песнях Ленинграда не главное, как прям ты ровненько поешь нота в ноту. Там же главное экспрессия. А, нет. Понятно. Экспрессия, да, экспрессия. Но ты мне говорил, что у тебя даже есть музыкальная группа была. Да, была музыкальная группа, и я играл в джазовом оркестре на соло-гитаре. Вот так это... что давай гитару, и потом поговорим. И сейчас ты мне исполнишь какое-нибудь соло. Но я знаю, что у вас нет гитары, поэтому... К сожалению. Поэтому, друзья, сегодня никакой музыки. Будем говорить только о юморе и о шутках. Хорошая музыка. И все, да? И ушли на паузу. Нет, я сейчас хочу принципиально поговорить о том, как ты пишешь, как ты готовишься к стендапу. Потому что у всех ребят есть какие-то свои фишечки. То есть кто-то там ловит эту какую-то там какую-то большую мышь. Кто-то ловит, сидит там всю ночь. Потом к ним приходит эта мышь. Муза, да. Потом они... Нет, это же доказано, что музы не бывает. Что муза приходит во время того, как ты что-то делаешь. Ну, то есть, ну у тебя такой подход, а не некоторые так, ждут годами, извините. Да не, ну нет, ну они не дожидаются обычно, и вот в бедности и это. Так что и, ты не жди. Хорошо, я не буду. А некоторые просто все записывают. А некоторые все записывают. Просто нет, все нет, записывают. На самом деле, да, смысл такой, что ты постоянно в течение дня, если ты должен быть как вот... Я сейчас... Мне нравится еще фотографировать, и я пытаюсь вот в поездках там что-то фотографировать, это то же самое. Ты постоянно, когда ходишь по улицам, ты пытаешься видеть какие-то кадры, что вот это было бы классно, это выглядело бы классно. То же самое со стендапом, ты в течение жизни должен быть постоянно сфокусированным таким, да? немножко, да, чтобы находить и замечать что-то. Ты не обязательно должен там придумывать шутку, просто ты что-то заметил, что тебе было там как-то... Ну, слушай, ну это же бесконечный такой умственный процесс. Да. Тебе же вообще не расслабиться. Просто ну, вот я знаю, мы тоже на первом курсе так делали, там надо было наблюдать за всем. И я помню, я постоянно смотрела. Ну, ты же потом привыкаешь к этому, и потом тебе сейчас классно, наоборот. Нет, ну это же особое удовольствие, когда ты что-то заметил и кому-то рассказываешь, а люди говорят, да, это классно, это правда, это смешно еще. Вот как бы еще это не забыть, вот что записывай, самое нет, обязательно, обязательно записывай. Не, нет, да? Потому что если ты не записал, то это все, это потеряно. Мысль это потеряно, 100%. Мысль утерянная, как да? нам говорили. Вот прекрасная твоя цитата, я запишу. Тот самый блокнот. Тот самый блокнот. На самом деле мы вас обманули. Никакого блокнота нет. Это телефон. Ну, слушай, мы в 21 веке, извините меня. Кстати, ты развиваешь свой инстаграм-аккаунт? Раз уж мы заговорили о прогрессе, о телефоне. Давай так, я считаю, что я развиваю его. Я не уверен, что все уверены, что я его развиваю, но мне кажется, да. Но ты же медийная публичная личность. Почему? Ты же можешь снимать, возможно, и вайны. Не только, да, как вести его, как дневник, что с тобой происходит. А вот это тебе нравится сейчас, это новое веяние? Я, наверное, хотел их снимать, но я вот ленивый просто очень. А, из-за этого? Да, мне кажется, надо. То есть тебе нужен какой-то человек, который скажет: «Тимур, а ну-ка, пошли со мной, быстро». Хочешь, у меня есть, у меня есть жена для этого. Это мне немножко другой человек нужен какой-то. Напарник. Да нет, нет, но мне на самом деле, если выбирать из этого, мне больше нравится стендап, чем вайн, да. Я больше писать люблю. Вот я вот сейчас вот, например... Больше, чем выступать? Нет, 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 чем сниматься. Чем сниматься, да. Мне больше нравится что-нибудь смешное написать. От него, конечно, меньше, наверное, какого-то фидбэка от людей, которые читают. Потому что все равно в Инстаграме больше любят смотреть. Конечно. А на Фейсбуке вот люди читают. Да, согласна. Это как обидно вчера было. Я вчера написал пост на Фейсбуке. Так. Утром. И моя знакомая, она тоже занимается стендапом. Она такая писала: «Ха, это смешно», и репостнула. И ее репост собрал больше лайков, чем мой пост оригинальный. Представляешь? Вот это прям свинство. Ну ладно, ты бы порадовался, потому что ты же автор этого поста. Да. Да, но она репостнула и набрала больше лайков. Давай наоборот, извлечем из этого выгоду. Какую? Пусть она теперь занимается распространением. Мне. Да. Опосредованно, вот или и ты все. Скажи, Тимур, а стендап-комик, он должен обладать актерскими качествами? Или же он должен быть вот чем натуральнее, тем лучше? Не, если есть, то хорошо, если нет, то нет. Но это разные. Есть, например, комики, как, не знаю, как Джим Керри, который из таких самых известных, там, Стив любимый, Мартин, да. Я не знаю, который или... кто еще... Ну ладно. Эдди Мёрфи. Эдди Мёрфи, я хотел сказать, да. Эдди Мёрфи, которые очень много выстраивают именно на этом. Но есть и такие, которые подают все абсолютно спокойным, монотонным голосом. Да. Но это же тоже некий образ. Как Жванецкий, я только хотел сказать. Нет, Жванецкий не совсем. Жванецкий все-таки он очень харизматичный, у него есть такая игривость. Ну да, как Эдди Мёрфи практически. Он шикарный. А вот в стендапе Цимермана, кстати, есть такой человек. Какой? Я сейчас... Монотонный? Да, да, да. Юрка Касимцев? Нет, не Касимцев, нет, еще другой такой темненький. Нет, он вот так вот разговаривает на одной ноте постоянно. А, разговаривает на одной ноте. У него еще сложная фамилия. Он придет к нам в гости, нет. Сложная фамилия? Да, Шот. Шот? Амбарцум?
Нет, не оборот. Это все, придет не только будем, мне. Не будем даже гадать никого сейчас. Больше нет там. Не-не-не, есть. Шамутила. Вот, да. Ша, я же говорю. Ну, он же вот так все разговаривает. Ну, не очень смешно. Но и очень смешно. Ну, да, у него, наверное, более ровное. А вот теперь, дорогие друзья, посмотрим, придет ли к нам гость от Маши или нет. Нет, я просто почему затронула актерскую тему? Ты же закончил школу драмы Германа Седакова. Это помогло тебе в профессии как-то развиться? Наверное, да. Я думаю, что все, что ты делаешь, тебе в какой-то мере помогает. Но ты пользуешься какими-то фишечками оттуда, да, актерскими? На самом деле в школе у Германа Седакова учат тому, что главное, как можно больше, что нет каких-то прям фишек, которые ты можешь использовать. Главное слушать себя. Если ты научишься слушать себя, то, как тебе хочется, какие-то свои импульсы, то ты сразу становишься классным, естественным. Это только... Этому нужно учить. Ну, да, да. Ага. Ну, этому, ну, это какой-то... Ну, конечно, конечно. Ну, потому что люди постоянно пытаются выглядеть лучше, чем они есть. Или постоянно... как только камера, да, включается, и он сразу... Да, сразу... Или радио. Вот у меня такое было. У меня вот это минус. Ты сразу, как только либо... Бывает, что когда ты выходишь на сцену, либо когда ты выступаешь перед камерой, ты становишься сразу среднестатистическим. Потому что есть страх, это страх, еще идущий оттуда, быть отвергнутым от общества. Господи, о чем вы вообще говорите? Я когда... Да, да. Короче, ладно, это все не важно. Ну вот, например, ну вот же человек. Все нормально, давайте дальше. У меня блиц-опрос, поехали. Давай. Для меня самое важное в жизни. Ага. Отвечай. Что так неожиданно? Для меня самое важное в жизни и поесть. Идти по жизни с юмором, это? Классно. Если бы не юмор, я бы сейчас... Пил. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим праправнукам... Отстаньте. Вот на этой ноте. Очень неожиданно. Я думала, сейчас будет мудрая мысль какая-нибудь. Вот видите, американцы не среднестатистические, а вполне себе классные. Маш Новая, Майк Войс. Да, друзья, и Тимур Ромашко, который пришел сегодня к нам. Спасибо тебе огромное за эфир. Спасибо, ребята. А мы не прощаемся, мы еще продолжим. Они продолжат еще. Да, оставайтесь с нами. Пока.